вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу очень классный трендик, который сейчас идет в лайки. Называется секундомер. Получается, время не замедляется, а замедляетесь только вы. Вы делаете слоумо, а секундомер не замедляется. Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится обычная камера, где мы снимем наше видео. Я вам расскажу, покажу, как сделать такой эффект на Android и на iPhone. Для того, чтобы сделать такой эффект на Android, нам понадобится KineMaster. А для того, чтобы на iPhone, Videolip. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайки и на меня в Инстаграме. А теперь... Погнали! Я зашла в камеру, включила видео. Смотри, я поставила штатив с телефоном на секундомере. Смотрите, главное так, чтобы вы стояли с одной стороны, а телефон с другой. Потому что когда вы будете делать слоумо, так не получится. Вот, например, вы за телефон вот так заходите. Волосы должны быть вот тут, вот в краешку. Ну, не надо так, чтобы они вот так заходили за телефон. Тогда у вас ничего не получится. Включаем видео, нажимаем старт и делаем слоумошки. Все, включаем видео. Нажимаем старт, отходим и делаем слоумо. Вот мы сделали много слоумош. Теперь можно выключать видео. И секундомер. Все, а теперь можно приступать к монтажу. Для начала я вам расскажу, как это сделать на Android. Заходим в KineMaster. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9. Дальше нажимаем мультимедиа. Заходим в галерею и выбираем видео, которое мы снимали. Обрежем сразу лишние части в конце и в начале. Выделим наше видео. На панели инструментов нажмем ножницы и выберем нужный нам пункт. Теперь я найду место, где у меня будет начинаться слоумо, и просто разрежу видео пополам. Ну, так, чтобы было проще ориентироваться. Дальше мы нажмем слой, мультимедиа, зайдем в галерею и добавим это же видео. В этом слое мы найдем место, такое же, как и в первой части. Нам нужно найти место, где у нас будет начинаться слоумо. Нажимаем на ножнички и выбираем пункт «Обрезать слева». Подвигаем наш слой к нужному месту. И теперь наш слой нужно увеличить до такого же размера, как и наше видео. Приходится делать это вручную, так как функция разделителя экрана не помогла. Обязательно посмотрите, чтобы ваш слой и ваше видео совпадали и не прыгали вот на переходе здесь. Дальше выделяем наш слой, ищем в панели инструментов обрезка и включаем маску. Смотрите, чтобы форма была именно квадратная. Теперь нам эту маску нужно сдвинуть влево, так, чтобы соприкасалась с краем телефона. Посмотрим, что у нас получается. Получается довольно круто. Теперь нам нужно наше видео верхнее замедлить, чтобы было слоумо. Выделяем наше верхнее видео. На панели инструментов нажимаем на скорость и уменьшаем скорость до нужных на параметров. Теперь лишнюю часть нам нужно обрезать. Находим место, где у нас будет заканчиваться видео. Выделяем этот кусочек, нажимаем на ножнички и обрезаем лишнюю часть.
давайте посмотрим, что же у нас получается. Смотрите, секундомер у нас идет обычным способом. А наше видео замедленное. Вот, видео у нас готово. Теперь на само видео и на слой можно добавить фильтры цветные, те, которые вам понравятся. Но это уже по вашему усмотрению. Хочу заметить, что цвет видео и цвет маски могут отличаться от того, как падает у вас свет. С этим светом нужно поиграться для того, чтобы правильно настроить цветовую гамму. Поэтому все в ваших руках. Поэтому лучше снимать не на однотонной стенке, либо правильно научиться выставлять цвет и налаживать разные цветовые фильтры. После того, как мы все построили, наше видео можно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Дальше нажимаем «Экспорт», «Пропустить» и подождем, пока наше видео сохранится. Хочу заметить, что на некоторых телефонах сохранение немножко другое. Нужно нажать на кнопку «Поделиться». Вот и все. Это легко и просто. А сейчас я вам покажу, как смонтировать такое видео в «Видеолипе». Заходим в «Видеолип». Нажимаем на плюсик и в галерее выбираем видео, то, которое мы снимали в обычную камеру. Обрежем ненужные части в начале и в конце. И теперь на это видео нам нужно продублировать. Выделяем его и на нижней панели ищем слово «дублировать». Выделяем наш второй дубль и на нижней панели ищем слово «миксер». Нажимаем на него. Наш дубль стал слоем. Перемещаем его в самое начало, вот над нашим видео. Выделяем наш верхний слой и на нижней панели ищем слово «маска». Нажимаем. Выбираем линейную маску, и у нас на видео появляется красная полосочка. Она горизонтальная, но нам ее нужно переместить как вертикально и подстроить по краю телефона. Нам нужно найти место, где у нас будет начинаться слон, и подстроить два видео совместно. После того, как мы подстроим, мы выделяем наш слой. На нижней панели ищем слово «скорость». Нажимаем на него и регулируем скорость до такой, которой нам нужно, ну, чтобы сделать слон. Теперь еще раз зайду в маску и подстрою ее так, чтобы наши волосы не обрезались. Ну, подвину ее ближе к телефону. Давайте посмотрим, что же у нас получается. Получается очень круто. Мне все нравится. Теперь обрежем лишние части в видео. Выделим либо слой. Ну, скорее всего, у нас он слой. На нижней панели найдем слово «разрезать» и нажмем «разрезать». Лишнюю часть удалим. Итак, кстати, я забыла, что в нашем видео нужно отключить звук. Выделяем видео, нажимаем на нижней панели слово «звук» и выбираем «без звука». То же самое делаем и со слоем. После этого можно и сохранить. В верхнем правом углу нажимаем «экспорт», выбираем размер, какой мы будем сохранить, и нажимаем «Сохранить». Все, наше видео готово. Загружаем лайк под любую вам музыку. Удачи! На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.